Всем большой привет, вы на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли и подписались. И наши каникулы в Монако продолжаются. Я приглашаю вас в новый влог. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Сегодня мы идем в Монако, в супермаркете. И я просто была удивлена, какое качество. Трес де Буа. Сколько всего, все для туристов. Сыну я трамбуаз. Повторю чуть-чуть походе. Сейчас мы делаем закупку. Очень интересно покупать, наблюдать за покупателями, как они одеваются, что продают, потому что есть различия, конечно же, то, что у нас во Франции, здесь курортный город, поэтому все нарезан, и все, что нужно, можно сразу купить, пообедать, в общем, очень-очень приятно, и, конечно же, разнообразие, красота, чистота. Или у тебя жампон, да? Attention. Холодильник. Ты хочешь жампон? Я мартодель жампон. И потом пойдем купаться. Et le sac. Друзья, привет! Сегодня утром, как я вам уже и сказала, мы были в магазине, закупались. Очень классный магазин в Монте-Карло, называется Супер Ю. Кто будет, то обязательно заходите, там все аккуратно, чего только нет. И нет пластика практически, сумки, пакетики, все натуральное. В общем, как я люблю, но самое главное, это, конечно же, продукты. Я в очках, потому что сейчас собираемся на пляж, в бассейн, и буду примерять купальник. Спрашивают, как идет мое похудение. Похудение идет супер. Все большое, и здесь еще лучше, потому что плаваем, много ходим, покупаем только самые лучшие продукты, выходим, если в ресторан, то рыба, нет сахара, нет углеводов, но вино не каждый день, и если есть бокальчик, пока только я выпила один бокал вина, то никаких фруктов. Вот, так что все идет по плану, думаю, что достигну результатов к моему дню рождения. Но уже начали замечать знакомые, муж, конечно же, это здорово, приятно. Вот так я хожу в бассейн. Такое украшение специально, подобранное под цвет купальника из натуральных камней. Очки обязательно, накидка, тапки, купальник и корзиночка здесь. Все средства для против солнца, да, для солнца. У меня Ля Рош-Позе, покажу вам. Все, пойдемте купаться. Але, тети, ты депас, папа, браво, браво. Мы выходим из отеля и сразу, вот смотрите, здесь биомагазин Ля Викле. Правым тиграм.
Мытье, да? Немножко обзор на нашей кухне, что я покупаю. Вот такие хлебцы мне сестра показала, Елена Франция. Канал оставлю в инфобоксе. Это рисовый, черный рис, без глютена. La pain de fleur. Le pain. Вот. Орешки без соли. Кофе биологическое у нас здесь, неспрессо, машинка. Саше вот такую лапшичку, кокет, зернышки для салата. Это подсолнечник, да? Мы ходили за солью, купили гомасью, по-моему, так, гомасью. Это здесь соль, водоросли и сезам. Сезам так говорится? Как по-русски он говорится, наверное, так. Сезам. Что еще? Канель, корицу. Сестра показала вот такую специю. Очень классную, я вам говорила. Это черный тмин. Масло черного тмина. Оно лечебное. От всех вирусов чуть-чуть. И вот такое ореховое. Орешки. Нуазет грие. Наверное, это как... Да, лесной орех. Поджаренный вкусно будет. Также я покупала вот такой паштет мальчишкам на утро. Что еще? Белую фасоль в салаты. Очень удобно здесь. И нут. Воду пью сейчас только вот такую, без соли. В общем, сейчас мы отвариваем все на вечер. Иногда выходим в ресторан, иногда нет. Завтра нам нужно ехать по делам в Каны на целый день, поэтому мы сегодня будем ужинать дома и завтра уедем. И у меня в холодильнике всегда отваренные яйца. Здесь есть киш, масло кхи, курочка. Муж ест вот такой натуральный био-йогурт. Маленький, я вот такой козий. Сегодня купили клубнику, также нарезку, есть различные сыры, самое лучшее масло, салат, здесь салатик из бульгура, все натуральное, вкусное, редиска, морковь, а здесь у нас, господи, скажите мне, что виноград, классный виноград, и немножко персиков, вот такой у нас холодильник на сегодня. Холодильник. Салю. Вот. В общем, как-то вот так все правильно, вкусненько. И у меня здесь разные добавки есть. Я купила коллаген. Буду пропивать. Также у меня есть мелатонин. Он очень полезный. Здесь есть у меня витамин С. В общем, вот так. Девочки, всем добрый вечер, мы на пляже. Вот они, пляжи Монако. Кто мне писал, что пляжей нет. Спускаешься, есть лифт от нашего отеля, 5 минут, и вы на пляже. Так что для тех, кто сильно нервничал, что я не показываю пляж, что есть только бассейн, пляжи есть. Вот, можете брать транзат, можете брать шезлонг, можете просто сидеть на песке и наслаждаться. Здесь не песок, а вот такая галька. И пикельки сейчас. Чайка. Поела и пошла. Я вот просто поражаюсь иногда. Не то что наглости, а вот какой-то беспардонности людской. Показываешь им отель не то. Зачем приехали в Монако? Показываешь им бассейн не то. Зачем нужно на море идти? Ну, простите, мы живем нашу жизнь, а не вашу. И раз мы сюда приехали, значит, нам так нравится и так нужно. Поэтому уж простите, кому не угодило. На этом, наверное, буду заканчивать это видео.
Сейчас мы искупаемся и завтра отправимся в Каны. Поснимаем вам в Канах. Еще раз прошу быть уважительными и просто-напросто уважать блогеров, наслаждаться тем, что они вам показывают. Всем пока-пока! Да, давайте.